среднего человека. По анализу, радиоуглеродному анализу углей очага обнаружили, то есть определили возраст этой стоянки 34-35 тысяч лет. Вот столько лет тому назад огромное село стояло. По палеолитическим меркам это был настоящий город. И стоял он на миграционном пути диких животных. Им даже далеко ходить не надо было охотиться. Животные шли сами туда. И еще там были обнаружены самые интересные. Из бивнего мамонта, свирели, музыкальные инструменты разные. А вы знаете, что...